Шеф-повар Максим Григорьев. Салат с кумкватом, курицей и спаржей. Хочу поделиться с вами рецептом интересного теплого салата с кумкватом, курицей и спаржей. Салат на любителя. Я отношусь к их числу, так как нравятся кисло-сладкие сочетания, еще очень нравится сочетание курицы и цитрусовых. Интересный и вкусный соус в качестве заправки пришелся здесь к месту. Время приготовления – 20 минут. Ингредиенты, основные ингредиенты. Кумкват 150 грамм. Куриная грудка 500 грамм. Масло оливковое экстра вирджин 1 столовая ложка. Перец черный молотый 1 щепотка. Руккола 1 пучок. Соль 1 щепотка. Спаржа зеленая 200 г. Ингредиенты заправка. Кумкват 150 грамм. Куриная грудка 500 грамм. Масло оливковое экстра вирджин 1 столовая ложка. Перец черный молотый 1 щепотка. Руккола 1 пучок. Соль 1 щепотка. Спаржа зеленая 200 г. Заправка. Апельсин 1 штука. Бальзамический крем-соус 1 чайная ложка. Горчица 1 чайная ложка. Мед 2 столовые ложки. Соус соевый 2 столовые ложки. Шаг 1. Приготовим все ингредиенты по списку. Соус, мед, горчица, апельсин, спаржа, соль, руккола, перец, масло, курица, кумкват. Шаг 2. Куриное филе натереть солью и перцем. Шаг 3. Выложить в форму и запечь до готовности при 200 с около 30 минут. Шаг 4. Приготовим все ингредиенты для заправки. Шаг 5. Смешать мед, горчицу, соевый соус, бальзамический соус. Шаг 6. Из апельсина выдавить сок. Шаг 7. Спаржу промыть, обсушить и нарезать на 2-3 части. Шаг 8. Кумкват нарезать на тонкие колечки. Шаг 9. Готовое куриное филе оставить в форме минут на 5-7 отдохнуть. Шаг 10. На оливковом масле обжарим спаржу 4-5 минут. Шаг 11. Спаржу вынуть и в эту же сковороду выложить колечки кумквата. Шаг 12. Добавить апельсиновый сок. Шаг 13. Залить подготовленной заправкой и томить 5-7 минут на медленном огне. Шаг 14. Куриное филе разделить на небольшие кусочки. Шаг 15. На тарелку выложить рукколу. Шаг 16. Сверху выложить спаржу и куриное филе. Шаг 17. Поверх выложить кумкват и залить все горячим соусом из сковороды. Шаг 18. Салат подавать сразу теплым. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.